Всем привет! У микрофона снова я, Амортис, а в эфире новый обзор мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Все любят здоровенных боевых роботов, по крайней мере, все нормальные люди. Я вообще считаю, что тех, кто не любит здоровенных боевых роботов, нужно лечить, ну или хотя бы усыплять, потому что с этими людьми явно что-то не так. Сегодня игра про здоровенных боевых роботов. Встречаем! Metal Wars, часть 3. И да, я опять не играл в предыдущие две. И помимо того, что на свете не так уж много вещей круче боевых роботов, эта игра имеет еще одну выгодную отличительную черту. В ней есть сюжет. Не мне судить, насколько он хорош или плох, но он там есть. Подается он в виде диалогов по рации, которые проходят во время миссий, что выглядит очень по-военному. Что касается графики, она здесь неплохая, но и хорошей ее назвать как-то язык не поворачивается. Смущает малая дальность прорисовки объектов. У меня деревья буквально перед носом появлялись, что немного мешало погрузиться в игру. Но, в принципе, в конце концов получилось, и я погрузился. Как видишь, робот двигается медленно, что помогает воспринимать его как огромную неуклюжую боевую машину. И вообще, почему я называю его роботом? Ведь это мех, механизированный экзокостюм, а внутри сидит человек. Игра начинается с ангара, в котором стоит наш мех. Здесь внизу ты можешь видеть все его характеристики, от брони до количества оружейных слотов и моделей оружия, установленного в эти слоты. Там же можно потратить заработанные за прохождение миссий деньги на то, чтобы наворотить меха и навесить на него новые детали. Это офигенно! Когда ты закончишь свои дела в ангаре, можно смело идти в бой. Миссии начинаются с заставки, в которой вертолет десантирует тебя с напарником на местность, где предстоит воевать. Заставку скипнуть нельзя, но можно по-быстрому промотать, зажав соответствующую кнопку. Ну и управление. Ходим мы джойстиком, который расположен слева, стреляем кнопками справа. Все стандартно, как видишь. Вертеть прицелом можно, свайпая по свободной части экрана. Башкой наш мех вертит, кстати, тоже довольно медленно, и это нужно учитывать. Когда ты ведешь огонь, оружие начинает перегреваться. И за этим тоже приходится следить, иначе ты рискуешь оказаться перед врагом с отказавшими пушками, а потом стоять как дурак под пулями и ждать, пока оружие остынет. Ну а еще мех умеет летать. Ну, не летать, конечно, но подпрыгивает на реактивной тяге неплохо. Правда, эта тяга быстро кончается. Что я могу сказать в качестве подведения итогов? Ну, это же, черт возьми, огромные боевые роботы с людьми внутри, которые мочат друг друга из огромных пушек. Сюда бы еще графоны и эффекты покруче, и было бы вообще замечательно. Но и без того игра вышла вполне добротная и мне понравилась. На сегодня это все. Оценивай, комментируй, подписывайся на канал, если понравилось видео. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого!